Ви! Цель Сандра Дорсон. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ань, это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. Наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Красава, сам бы лучше не сделал. Новые тела на подходе. Они уже близко. Лесники и бочи. Одна пойдет на импланты для клиники. Выстрел! Я здесь!
Вот ты гнил. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент. А? Bueno! ¿Qué chingados estás esperando? ¡Hijos de puta! Кто-нибудь всовывайтесь, придурки! Тут еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Чингада Матра! Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Ходенце! Не хотим. Стреляй, Ви! Разнесем этих уродов! Хорошо, хорошо! Чингада Матре! Есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Игры кончились. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Thank you.
Господи боже. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такой холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Джеки, стой на стреме! Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Осторожно, идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно.
Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Алло. Ви, как все прошло? Клиентка жива, здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Чика, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокируют. Ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадл Ви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их автопута! Дави на газ, Джеки! Давай, Ви! Тингадл Ви! Не могу, Ви, нормально! Держись! Какого хера? Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайца водителя! Цингаду! Портил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке.
Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный, даже. Ходер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Бля, они уже тут. Стреляй давай! Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да? Забыла сказать. У знакомого Нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Колвер, хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня... Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо бы сказать пару слов на ответ.
София, ты что, не спала? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепила, когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Чего ты стесняешься? Да не в этом дело. Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. Нет, нет, нет. 14 не пойдет. Очень мало. Или подожди, 14. Привет, Вим. Хороший день для пары раундов. Подержи. Твой 45-й тебя ждет, не дождется. Прям поет после каждого выстрела. Нет, без вас. Ну, показывай. Большое спасибо. Не мути воду. Разжигай огонь. Нет дыма без Варгас. Привет. Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров НО. Спонсором фестиваля является корпорация Арасака. И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасака сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNS пожелать вам... Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору.
Не знала, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего ее не любить? Лапша есть. Синт-мясо есть. Если бахнуть еще чили, получится сопа де фидеос, как у самой мамы Уэллс. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы ведь еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты права. А вот Тибак, она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, еще какое. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики и привет. Угу. 2 года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянуло. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы, и этим можно воспользоваться. Точно, Чика. Выиграют все. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Чика. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Декс, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К Риперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Ты чего? Точнее! Кто-то понравился? Не только! Нет, здесь просто моя знакомая. Привет, Ви. Здравствуй.
Доктор Вектор тебя ждет. Так что с ней стало? Умерла? Нет, сменила работу. Я тут пока посижу. Нам с Мести надо поболтать. Вы кто? О, Мэлоун открывается. По нему... Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепила. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получила заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Пока нет, но деньги у меня есть. Лучше вложиться, чем просрать такой шанс. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Thank you.
Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних линз. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Как сам-то? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил, и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим, и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать? Я ж просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Так. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну как тебе? Все в порядке? О, очень круто, Вик. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час.
И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Еще раз спасибо. Ты крутой. Иди, малыш. Покажи им всем. И не забывай старика, когда выйдешь в высшую лигу. Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа, а это гасит 3/4 силы удара. Ты поставил на этот бой? Да нет, ну какой там. Я давно уж больше так по привычке смотрю. Раньше лучше было? Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. А Росака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Понял, Мисти. Моя ты зайка. Не забывай заботиться о своей ауре. Каждый день ее поглаживай. Не смейся. Это очень важно. Нужно, чтобы руки были чистыми, и движения, чтобы шли вдоль нитей света.